Новосибирские спортсмены стали абсолютными лидерами всероссийских соревнований по карате «Кубок успеха». Масштабный турнир собрал почти 1400 участников из более чем 20 регионов России, а также из Казахстана и Киргизии. Уровень, наверное, новосибирского и сибирского карате очень высокий, в том числе и на международной арене, потому что спортсмены Новосибирской областной федерации карате регулярно входят в состав национальной сборной страны. Вот и на этот раз по количеству призовых мест новосибирским каратистам не было равных. 36 золотых медалей и по 29 серебряных и бронзовых. У ближайших соперников сборной Сахалинской области всего 19 медалей. Вклад в общую копилку новосибирской команды внесли и паракаратисты. Спортсмены с инвалидностью участвовали в турнире впервые за 24-летнюю историю Кубка. Организаторы надеются, что в ближайшие годы паракараты все-таки признают официальной спортивной дисциплиной. Кроме того, что это спорт со всеми отсюда вытекающими последствиями, да, это еще и средство реабилитации очень хорошее. Он влияет положительно на физические качества, развивает их. Очень мало травмирующих факторов, ну и таких заболеваний, которые развиваются при занятии спортом.